сегодняшний концерт, посвященный столетию со дня рождения Ефима Тарасовича Сапелкина. Но мы даже не думали, кого звать. Это, естественно, доктор искусствоведения, человек, который объездил, наверное, всю нашу страну, записал тысячи и тысячи песен. И благодаря его деятельности ансамбль из Афанасьевки, который возглавлял Ефим Тарасович Сапелкин, стал знаменит. Слово Вячеславу Михайловичу Чуру. Дорогие друзья, я думаю, если будет тихо в зале, то меня должно быть слышно. У меня поставленный голос, и я люблю говорить с естественным своим голосом, а не усиленным микрофоном. Так лучше получается, легче общаться, глаза в глаза. И я сейчас немножко расскажу, кто такой Ефим Тарасович Сапелкин. В будущем году исполнится 60 лет со дня нашей встречи. Это было в 1958 году. Я поехал в экспедицию студенческую вместе с Анной Васильевной Рудневой. И она стала моей наставницей на всю жизнь, пока не ушла от нас в мир иной. Но мы очень были с ней близки, сплочены, и много с ней сделали сообща вдвоем. И в тот памятный год мы поехали в Белгородскую область. Это была вторая моя экспедиция. Первая была с университетом вместе с Эрной Васильевной Поберанцем, замечательной собирательницей народных песен, филологом. И здесь вот мы приехали сначала в село Иловка, а потом в село Афанасьевка, в то село, в котором как раз Ефим Тарасович Сапелкин в то время и всю жизнь прожил. Это была такая маленькая хатенка у него тогда, белостенная, с земляным полом. И можно было, например, в этой хатенке лускать семечки. Это тогда было очень вполне прилично, потому что побрызгал, вымел веничком, и все опять чисто. В этот пол были врыты по бокам большие массивные лавки, на которых во время свадьбы вскакивали гости, особенно женщины, у которых были легкие обувка такая, коты. Они вскакивали и начинали выбивать знаменитый белгородский пересек под свои песни. И вот мы услышали впервые, как поют афанасьевцы. Это было очень звонко, это очень было ярко, это было очень эмоционально, живо. Они были замечательные певцы, конечно, это были одаренные люди. И они собрались, вот так, у них это называется гурт, в такую артель певческую. И она просуществовала долгие-долгие годы. И мы записали от этого коллектива множество-множество песен. Мною выпущено много сборников, по которым поют студенческие ансамбли, любительские ансамбли, профессиональные ансамбли и хоры. Поэтому это большая прожитая жизнь, многие годы, и мы были все время с ним вот рядом. Это был человек очень самобытный, живой. Он мог себе позволить разнообразные какие-то вот неординарные поступки. Ну, например, в консерваторию он пришел ко мне, и мы с ним обычно вели вместе лекции, вместе с ним пели перед студентами, а я опаздывал, и он сидит около дежурного. Он купил воблу. И вот он сидит спокойно, чистит воблу и ее ест в консерватории, значит, вот на самом видном месте. Для него это было естественно, он так вот просто себя чувствовал всюду. Он был хорошим нашим другом семейным.
Когда он приезжал в Москву, то он останавливался у нас. А у меня было уже двое маленьких детей. И вот мы сегодня услышим песни, которые спел для моих ребятишек маленьких Сапелкин. Иванушка Рачек, колыбельные он пел, потешки. Ребятишки очень любили, когда он приходил. И кроме того, что еще, мы организовывали тогда фольклорные концерты. Я придумал такую форму, что вот приезжают певцы из разных сел, выходят на сцену дома композиторов и начинают петь свои местные песни. Это сразу же приобрело просто очень громкий, бешеный просто успех. На второй концерт, после первой услышали, а реклама самая лучшая в Москве – это обзвон по телефону. И на второй концерт шли люди, в проходах стояли, в конце концов на сцене стали ставить стулья. Это был замечательный концерт в 1966 году, который вот положил начало целой серии подобных концертов. И героем этих концертов неизменно был Ефим Тарасович Сапелкин со своими замечательными певцами. И трудно сказать, сколько мы записали песен, в конце концов, но я думаю, что это более 300, то, что удалось записать от этих замечательных людей. И нужно еще одно сказать. В это время открылось отделение руководителей народных хоров в институте Гнесиных в 1966 году. И первый концерт прошел в 1966 году. И вот эти студенты, они были слушателями концертов, конечно, они на этом воспитывались, но они были кураторами. А что такое куратор? Это значит, после концерта едут все в гостиницу, это было обычно Ярославские гостиницы, едут в гостиницу и устраивается совместный ужин. Собираются в одной большой комнате все певцы, которые участвовали в концерте. Кто сальса привез, кто привез самогоночки, кто привез огурчиков соленых, и еще. И вот такой импровизированный ужин получался, и это был замечательный музыкальный ужин. Все по очереди пели. Вы знаете, что народные песни – это такая форма, когда даже в двух соседних селах поют по-разному. Поэтому если престольный праздник, здесь афанасьевцы на площади поют, здесь и ловчане, здесь камызяне. Все из 20 сел, предположим, пришли, и все, каждый свой собирает круг, свой гурт, потому что друг с другом спеться не могут. Я помню, первый раз приехал в Афанасьевку после летней экспедиции зимой проверить мои записи. И я стал вместе с ними петь. Сбежалось множество народу. Стояли, в окна смотрели, в сенях стояли. Это чудо. В соседней в Камызино, в соседних селах, никто с ними спеть не может, а этот приехал из Москвы и поет. Сейчас это уже стало обычным. Люди из Москвы приезжают и с сельскими певцами поют. Они к этому привыкли. Но тогда это было чудо. И вот прежде чем мы уже начинаем концерт, я еще хочу сказать о Ефиме Тарасовиче следующее, что он был очень гордый человек, очень такой человек, который нес себя, как бы. Вот он идет по селу, и он как бы несет себя, все на него смотрят. Ефимушка, Ефимушка. Не все к нему относились по-одинаковому, некоторые и не по-доброму. Но, в конце концов, ему стоит бюст в селе. Его праздник отмечался в селе очень широко. В интернете это можно посмотреть. Мне не удалось побывать на этом празднике. Но все рассказывают, что получилось очень хорошо. И я надеюсь, что наш сегодняшний концерт тоже превратится праздник памяти Ефима Тарасовича. Ну, откроет наш концерт молодой, но подающий надежды коллектив. Это выпускники училища имени Гнесиных.
Ансамбль «Ваня», руководитель Анастасия Андреева. Они исполнят две песни. «Иванушка Рачек» и «Как по матушке по Волге». Встречаем! Барина на таку, кричит барин за сяку. Утри сахи Паша, четвертая барана, ее мать продала, недорого взяла. Тяпу лопатку, курочку котлатку, курочка котлатка, сидит на поличке, считая яички. Раз, два, три, четыре, меня грамоте учили. Не писать, не читать, только куколки играть. Я куколку разорила, меня маминка побила. Пуа-поп на свинье, балабайка на стене. Балабаечка упала, свинья по гробу попала. А папаша по спине, чтоб я ездил на свинье. Нас помогли. Oh,
друзья, я буду немножко комментировать то, что будет звучать. Сейчас прозвучат две песни. Одна из них это песня, которую пели братья Сапелкина. У Сапелкина был брат, замечательный певец, у него был еще выше голос, чем у Бендерасовича. Он, к сожалению, погиб, но вот этот дуэт остался в памяти очень многих представителей вот моего уже старшего поколения. А вторая песня, обратите внимание, вот пересек, особый прием пляски. Одни выбивают, а другие против этого ровного сочетания пересекают. И другие рисунки. И вот сейчас вы это увидите и услышите. Продолжает наш концерт ансамбль «Мята», руководитель Валерия Шапротова. Первая песня «Неспокойный шельма комарек». И другая «У удушки, у серенькой короткие ножки». Спокойно, комарёк,
училищем Негнесиных, руководителем которого является Юрий Леонидович Колесник. Для вас исполнит сейчас частушки под язык старший ансамбль курсовой, руководитель Евдокия Малер. И далее вы услышите две песни в исполнении всего хора: «Где ж ты был, шельма, пробывал» и «На горе, на горушке». Знаю и хороших, и плохих. Хорошо тому послушай, кто не знает никаких. А мой милый не дурак, любя девок, а любя баб. А я ему говорю, а люби бабушку мою. А мой миленький дурак не зовет меня никак, а я ж его дурочка, шо ни слова, Шурочка. Ай, ну-ну-ну-ну-ну-ну, 3 копейки колдуну, а за что ж я ему давать, не умею колдовать. Ах, ребята, тоже пропадешь, не полюбишь, сохнешь, а полюбишь, сохнешь. Я по улице иду, иду, я веселюсь, а как с улицы домой слезою зальюсь. А как с улицы домой, да чуть я кучерю долой. Ах вы, девочки-придевочки, залеточки мои, замуж вы, дядя, забудете придевочки свои. Девки замуж не хвалите, побью жизнь, муж на улицу не пусть, а раздевайся, спать ложись. Не ходите, девки замуж, бабья жизнь не красота, бабья жизнь не красота, только сердце сухота. А теперь я ни копеек, ни хороших, ни плохих. Ох, любовь ты, любовь, какая ж ты тяжелая, через тебе моя любовь, хожу я не веселая. Oh, yeah, oh, yeah.
Колюшки нет, ЭОГС играет.
руководитель Дмитрий Викторович Морозов. В исполнении хора прозвучат два произведения. «Заиграю, сам заплачу». Слова народные, обработка Владимира Царегородцева. И у нас в Алугу, село Афанасьевка. Все красное.
а все красное девки, шо молодые все да ребята. Далее нашу программу продолжит фольклорный ансамбль «Рамада», известный очень московский коллектив, который тоже давно уже существует, и они покажут для нас несколько песен. «Во дворе дворе дождь идя, не кукуй, скажем, не кукуй, комарики, мушки, дробники, и частушки под расческу и косу». Руководитель ансамбля Светлана Юрьевна Власова. Встречаем! Левая чуйка, да, то
подходит к концу. И я хотел бы несколько еще слов сказать об афанасьевской традиции. Это традиция богатого народного многоголосия. Может быть, Западная Грузия может подозреваться здесь. Может быть, Мордва Мокша, у них замечательный ансамбль многоголосный. Но вот русское, южно-русское многоголосие, это необыкновенно красочно, это необыкновенно богато, как специалисты говорят, по ладовым краскам. Вы сейчас услышите балладу. Очень старинная баллада, традиционная баллада, ее поют повсеместно, а вот в Афанасьевке по-особому. Здесь то высокая ступень, то низкая, то все время переливаются краски в этом богатом многоголосии. И кроме того, здесь слова такие мудрые, как во славном городе проявилась и новая новинушка. Как жена мужа ненавидела, повела его в сад да зарезала. Не зарезала она его, замучила, а сама села и призадумалась. Тошно горько с таким мужем жить, а еще тошней, горчей, как нету никакого. Вот женщина сначала подумает, потом сделает. Делает, потом подумает. Извините. А теперь я хочу еще одну вещь сказать. В заключение сегодняшнего концерта прозвучит песня, которая называется «Уж ты, Борушка, параня». «Ты за что? Любишь Ивана». Это же по традиции. Все концерты, которые связаны с пением афанасьевцев, заканчиваются этой песней. Она была записана нами с Анной Васильевной Рудневой в экспедиции 1958 года. И с тех пор она стала как бы вот таким общим хитом. Поэтому я вас призываю в конце, когда эта песня прозвучит, выйтись тоже, кто ее знает, и подпеть нашим исполнителям. Итак, выступает новый наш коллектив, который сейчас будет объявлен. И в заключение нашего концерта для вас выступит молодой коллектив, это творческое объединение, которое называется «Под облаками». Yeah!
Выходите вместе, друзья!